пишет человек сейчас в ВК мне. Я там кинула объявление. В местной, как бы, здесь. Местная стена, короче, как бы можно выкинуть. Ну и, в общем, человек пишет, какую цену барашки. Я ему говорю, F1 15 и F3, короче, 25. Ну и, в общем, он пишет, сколько всего барашков есть. Я говорю, 9 осталось. Сколько вы хотите за всех? Ну и, в общем, с большой скидкой я ему делаю, как бы это все озвучиваю. О, нет, типа, дорого. Ну, говорю, ну ищите дешевле. Все хотят бесплатно. Вот работать никто не хочет, а все хотят бесплатно. Вот я просто поражаюсь людям. Сейчас вот Андрюш мне звонил. Привет, Андрюш, тебе передаю. Он тоже держал много овечек. Устал. Вот поехал в Москву, сейчас работает. Решил в следующем году опять начнет заново.